всех, меня зовут Наталья Невзорова. На последних страницах каталога номер 16 мы видим серию новинка. Это лимитированная серия, называется она «Северное сияние». Представлена она следующими продуктами. Это двое теней, четверо блесков для губ, косметичка и две туши. Многофункциональная тушь 5 в одном, но не черная, а цветная тушь, именно синяя и именно лиловая. Давайте сейчас рассмотрим всю эту коллекцию и начнем мы с косметички. Итак, косметичка вот такого лилового цвета с переливами, ну, действительно похожа на северное сияние, но скажу честно, она в каталоге стоит 329 рублей. Как-то вот, знаете, не тянет на эту сумму. В косметичке у меня положена вся серия. Давайте мы начнем с теней. Я уже сделала макияж при помощи этих теней. Тени легкие, то есть похожи на тени VV1. Это тени из линейки VV1, только немножко они немножко другие, цветные тоже. Итак, и вот первый код — это пурпур. 311.78, лунное затмение называется. Выглядят они следующим образом. Эти тени золотистые. Давайте мы сейчас их попробуем. Так, наносим. Так, вот смотрим, как они выглядят. Такой легкий золотистый шиммер, то есть блеском, такой атласный немножко блеск. Так, и пара у этих теней — коричнево-медный оттенок. Выглядит он следующим образом. Вот, смотрите, на пальце он нанесся очень хорошо, а на руку я его почему-то не могу нанести достаточно хорошо. Ну, вот так вот он выглядит. Вот эта пара. Один цвет золотистый, другой такой коричнево-медный. Ну, красивые оттенки. Я вот с помощью них делала уже макияж. Вы его посмотрите чуть-чуть попозже. Так, вторые тени называются «Млечный путь». 311.77. То есть здесь апельсиновый оттенок, такой золотистый апельсин, так скажем. Попробуем. Ну вот, точно так же на палец наносится очень хорошо. Оттенок легкий. Отличается больше в оранжевый уходит. Если здесь больше в желтый, а здесь больше в оранжевый. Второй оттенок конкретно сиреневый. Ну, вот смотрим, как он выглядит на пальчике. Вот так. И наносим его рядышком. Красивый холодный оттенок. Так, вот эти два оттенка теней, теплые оттенки, холодные оттенки. Так вот выглядит. Вот я сделала сейчас подсветку, лампы дневного освещения, еще подсветка. И вот теперь тени более ярко видны. Давайте их посмотрим по-хорошему еще. Так, в этой коллекции представлена тушь цветная, я уже ее показывала. 312.61 код. Это лиловая тушь. Вот смотрим, что она из себя представляет. Ну и она больше подходит вот к этому, к этим оттенкам. Давайте я ее здесь нарисую как раз рядышком. Так она выглядит.
И вторая, это синий оттенок 312-60. Вот такой синий. Сейчас мы его тоже рядышком нарисуем здесь. На ресницах, конечно, будет блондинок видно, а у брюнеток будет только легкий оттенок, знаете, такая как дымка. Так, вот у нас оттенки туши. Ну и в эту коллекцию еще входят 4 блеска, 2 холодных оттенка и 2 теплых оттенка. И мы сейчас их тоже протестируем, эти блески. Итак, начнем с блеска 311-70. 311-70. Выглядит он следующим образом. Просто изумительный блеск. Давайте сейчас я его нарисую вот здесь. Вот так выглядит он. Блески я обожаю вообще, Oriflame. Я беру себе все 4. То есть вот такой холодный, потому что мне идут и теплые оттенки, и холодные оттенки. А это блеск называется «Открытый космос». Вот очень красивая вообще, изумительная. Смотрите, какая прелесть. А запах у них такой, огурцом пахнет свежим. Ну, как все блески энергоблеск. Так, дальше 311-72. Это у нас коралловая галактика. Это уже теплый оттенок пошел. Рисуем здесь. Видите, коралл с золотыми частицами. Бесподобно просто. Просто изумительно. И последний оттенок. Это марсианский закат. 73-й. 311-73. Теплый, коричнево-золотистый блеск. Просто бесподобные. А как они на губах лежат, классно вообще. Просто изумительно. Вот посмотрите. Вот такие блески, вот такие тени и вот такая тушь. И все это коллекция «Северное сияние». Замечательная коллекция. Очень красивая, со спокойными оттенками и с переливами. С вами была Наталья Невзорова. Если вам было полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится», делитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Здесь вы найдете ссылку на мой канал и можете подписаться на него. И под видео вы найдете ссылку на мою группу, где вы можете найти фото свотчей. Всего вам хорошего, до новых встреч. Покупайте коллекцию «Северное сияние», пробуйте на себе и восхищайтесь.